Спорт на свежем воздухе доступен каждому. Возможность появилась благодаря распадской угольной компании «Евраза». Ко дню шахтера она подарила Междуреченску спортплощадку. Школьники и все горожане смогут заниматься на территории 23-й школы. Баскетбол, волейбол и даже мини-футбол можно играть на новой площадке европейского уровня. Травмобезопасное покрытие, разметка с учетом всех требований баскетбольной федерации и ограждение и специальной сетки – это далеко не все преимущества современного комплекса от Евраза. Здорово, когда рядом с домом у ребят есть площадка, где действительно можно и безопасно, и спокойно, и удобно позаниматься. Поэтому я очень за них рад. Юные баскетболисты уже опробовали новую площадку. Не удержались и взрослые. Игры, танцы, музыка. Открытие спортивной площадки прошло в торжественной обстановке. У нас вообще программа, что за каждой школой не должно быть пустырей для выгула собак, а именно должны быть настоящие спортивные площадки. И вот на протяжении уже многих лет Распадская угольная компания активно участвует именно вот в этих программах. Здоровое тело и дух, рекорды и яркие эмоции – все это дают занятия спортом. В Распадской угольной компании продолжат развивать и поддерживать междуреченский баскетбол, футбол, волейбол и не только. Поэтому с уверенностью можно сказать, что наш город ждут и другие спортивные сюрпризы. Екатерина Борисова, Игорь Докучаев, Новости Мой Междуреченск.